Всем привет! Я сейчас нахожусь в доме Белоконская, 16. Вот только что лифт закрылся. Я в нем застрял только что. Притом, понимаете как? Я поехал на последний этаж и нажал кнопку «Стоп». И тут лифт встал. Все. И не реагирует вообще ни на что. Я пытался вызвать диспетчера, но он не вызывался. Ну, я говорил, но ничего, в общем. И звонил в аварийную службу. И... тоже, не мог дозвониться. В это время кто-то, короче, вошел и поехал на пассажирском куда-то вверх. Когда я просто попытался нажать на первый этаж, он загорелся, лифт приехал. И все. То есть постоял лифт несколько минут, потом поехал. В общем, в нем кнопку «Стоп» нажимать не надо, из моего личного опыта. Слава богу, что я отсюда очень быстро выбрался. Хотел даже видео заснять, как я застрял. Но вот чудесное мое спасение. Было. В общем, никогда не надо в этом лифте кнопку «Стоп» нажимать, ну, кто это снимает. Вот. Вот, сейчас он работает. Вот. Но он уже какой-то, ну, да, небезопасный. А тут когда-то было табло, скорее всего, тоже. Но теперь его нет. В общем, спасибо всем за просмотр. Всем ставьте лайки, на канал подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока. Слава богу, что как раз-таки я быстро вышел.